Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколицын, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve. Переход из корабля крушения в царство гигантов. Сейчас мы выживаем в царство гигантов. Кстати, эти не вянут нифига. Кофе не вянет, значит лето. Лето прямо на подходе. Давайте сделаем еще себе кофе. Я даже не знаю, зря я его жарю или нет. По идее, кофе я хочу именно на подземелье. В прошлой серии у меня появился чисерный дудошка, который, скотина такая, вылез. Но, видно, его случайно вышвырнули этим яйцом. То есть яйцо создали, и он как раз был в этом месте, наверное, и вылетел. Ну, его сожрали. О, кстати, давайте посмотрим, кстати, как у нас тут выросли дерево джунглей. Давайте я вот одно большое срублю. Шишки выпадут или нет, посмотрим. Банан там, змея, я не знаю, что-нибудь. Яйцо выпало, шишки выпали. Все нормально, все работает. Видимо, в кораблекрушении там на острове я посадил деревья, вот эти вот березы, ну, каштаны. Из-за того, что они растут не на, ну, вот, не на этой подсилке, из-за этого, наверное, они с них нифига не выпадают, кроме дерева. Выпало яйцо. Ну, с этих деревьев выпадает либо яйцо, либо выпадает... Кстати, интересно, вот так вот получится у нас? Не, нифига не получится. Я думал сделать опять бекон с яйцами. Либо бананы выпадают там, либо змеи выпадают. Посмотрим, потом еще срубим, выпадет или нет. Блин, и нужно делать ловушек. Ловушек очень мало, нужно делать больше. Больше ловушек, больше ловушек. Больше, 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 больше. Это очень мало. Они, кстати, нам и с боссом могут быть, помогут. Ну, в таком количестве это вообще ничтожное количество. Они даже не помогают нам с собаками. А собак сейчас много приходит. Может, из-за того, что у нас якобы 300-й день. Кофе еще одна. Ай, ай, блин, чуть не выкопал. Чуть не выкопал, лопата в руках. Выбрось каку. Давайте шишку подождем. Так, пожарим. Кофе хорошо растет, может быть, немножко его пособирать побольше. Но опять же, ловушек опять мало, всего 11 штук. Это очень мало. Ну, давайте сопрем, хотя бы мед будет. Мед, кстати, очень долго портится, вообще просто. Я не помню, сколько дней, ну, очень долго он все это дело портится. Порубим, наверное, деревья. Кстати, тут этот опять... Ай, блин, ё-моё, не видно его нифига. Надо убирать его отсюда. Почему-то я не догадался, нужно было... Нужно было, блин, собак как раз на этот вести. Так, так. Так. Скотина! Вынес шлем. Блин. А там кого-то едят? Бабочки, я так предполагаю. Сволочи, не хватало еще сдохнуть сейчас от этого. Так. Возьмем вот этот шлем. Вот это скинем. Откуда это я взял? Откуда-то мрамор у меня, я не помню. Кстати, пора уже поросячьи домики строить. Нужно только дерево со свиньями набить. Ну, камни у меня немножко есть. Да, нужно тоже будет. Кстати, клыков, блин, дофигища. Клыков уже. Можно ловушек, блин. Ну, 100 не 100, но много наделать. Нужно много травы, нужно много дерева. Кремния тоже я много с собой таскаю. Так.
Хочу убить этих. Хочу убить. А где еще тут был приманка цвет? Кстати, можно их посадить где-нибудь, ну, на такой, на площадке, на свободной, где хорошо видно их, а не вот так вот, в деревьях. Он мне там нафиг не нужен. Так. Так. Вырубаем. 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 И это дело вырубаем нафиг. Он там птиц, по-моему, жрал. Так, луковица. Странно, а где-то еще был один. Можно их посадить где-нибудь вот здесь вот. Где свободная площадка? Был же. Ребята, был. Либо это он. А, вот еще один. Тоже в деревьях. Мне это нифига не нравится. Нужно посадить их где-нибудь в таком месте. Так, рубим. 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 Давай, 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 быстрее, пока не вылезло никто. Так, тоже кого-то жрал. Не видно, правда, кого. На какой-нибудь площадке. На площадке. К примеру, где-нибудь. Вот, свободная площадка, хорошая площадка. Интересно, ловушки он жрет, нет? Так. Давайте добьем, наверное, это. Сачок. Пока я вижу светляков. Черт. Странно, такое ощущение, что что-то поменяли. Причем давно уже. Раньше светлячки ловились без проблем. Вообще просто на пробел нажимаешь и ловишь. Сейчас это дело не работает. Приходится вот так вот целиться в него. Так. Ну, морковка растет. Он еще там один светлячок, походу. Как только его... Опа. Давай. Есть. Сачок как раз добили. Кстати, мы можем в подземелье свободно отправиться. У нас есть кофе, можно побегать. Здоровья только маловато. Нужно чем-то его пополнить. Здоровье можно пополнить, к примеру, сделать... Кстати, сушеное мясо. Кстати, можно сделать вот такие вот штуковины. Так, стой. Так, шлем одеваем. Открываем. Медовые штуковины можно сделать. Медовые наггетсы, они неплохо пополняют здоровье. До дошки никто опять не выбрался, блин. Паразиты такие. Так, я хотел все-таки сделать себе... Так. Хотел сделать еще ловушечек. Давайте сделаем хоть немножко. А, понятно, на что я отвлекся. У меня тут эти вылазили. Приманка цвет мне мешал. Поэтому давайте порубим. Музыка началась... не к добру. Музыка началась странно. Может быть, предвещение типа Кентом сейчас попрет. Либо потепление начинается, может быть. Боссов никого я не вижу, блин. Никаких боссов. Странно, такое ощущение, что я играю в ванильный Don't Starve, где не царство гигантов, а ванильный. То есть циклоп олень, он всегда приходил, а остальные-то где? Где остальные? Где еще куча всяких... монстров там, я не знаю. Где боссы? Блин, мне впору уже делать еще один казан, чтобы быстрее все это дело готовить. Угля у меня, кстати, не осталось. Вот три угля. Деревья можно где-нибудь сжечь.
делается он несложно. Пойдемте, сожгем парочку деревьев. Парочку мало. Два дерева, по идее, вот есть. Сделаю себе еще один казан. Наделаю себе вот этих медовых штуковин. И, наверное, слазим в подземелье. Ну, хотя бы немножко там полазим, побегаем. Кстати, у меня вот ловушки еще стоят бестолково, которые до зимы мне нафиг не нужны будут. Которые до зимы мне не нужны. Стой. Так. Это давай в руки и возьмем еще. До зимы они тут бестолково лежат. То есть к зиме можно будет поставить опять, а сейчас они тупо там простаивают. Причем нормальное такое качество. Не, давай, давай, посадить. Посадить. Где еще? Вот. Посадить. Так, и сделаю еще. Маленькая площадка. По-хорошему нужно там 100-200 вот этих ловушек. Если делать, то хорошая площадка. Даже можно примерно того же циклопа оленя сюда везти. Ну, если сделать еще, к примеру, пчелиных бомб, то он довольно-таки быстренько подыхает. Так. Деревья, деревья. Блин, поодиночке я не сажал деревья. Обычно я... ну, как-то их сажаю с той целью, чтобы вот так можно было на уголь пустить. Так, мясо портится, жалко. О, отлично, одинокое дерево. Маленькое, не жалко. Так, выкинем. Еще ловушки пока делаем, пока стоим. Так. По-моему, мне хватит. Вполне хватит угля, чтобы сделать еще один казан. Поставлю его поближе к холодильнику. Ну, дождь все куда-то там пытаются прорваться. Так, мясо. Мясо, мясо, мясо. Так, это сюда. Это можно так пожарить. Так, давайте это в казан. Так. Ягодки, мед. Отлично, жарься. Так. Навоз. Блин. Топливо. Топлива нету. Только дерево. Вот это, по-моему, ничего не отнимает. Да, ничего не отнимает. Так, это сюда. Ставим еще ловушки. Вообще, в планах сделать большую. Большую площадку здесь. Так. Так. Пока сюда. Это пока сюда. Ну еще. Еще на сколько? На 4. На 4. Ну, вся загвоздка в траве. Именно травы нужно много. А свиньи траву не добывают. Ну, уже более-менее что-то. Так, это дело забираем. Так, это ложим сюда. Блин, неудобно стоит. Так, делаем еще. И казан. Для казана нужно 6 угля. Сколько это там веточек? 10, по-моему. И, если не ошибаюсь, по-моему, 3 каменных блока. Да, 3 каменных блока. А 2 у меня лежит здесь. Да? Все верно. Сделаем еще один казан, чтобы быстрее все это дело готовить.
Черт. Забыл. Холодильник. Так, а что мне тут мешает? Я вот не пойму. Нужно холодильник ломать. Почему тут не ставился? Так. Казан. Казан. Почему так далеко-то, блин? Так, 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 так. Вот так вот. Кстати, может быть и даже не нужно будет переделывать. Не-н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 е, не тухни, блин. Так, стоп. Ну-ка. Этот отлично поставился, этот чуть дальше стоит. Поэтому надеваем зонтик. Так, 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 так. А тут приходится вот так вот выпендриваться. Так, 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 так. Кстати, это не лучший вариант, ну, чтобы брать в подземелье именно такую еду. Почему? Потому что если там кролики, мы на них нарвемся, они на нас будут нападать в подземелье. Они нападают, если ты таскаешь мясную какую-то еду. Ну, либо мясо, либо что-то сделанное из мяса. Самый лучший вариант туда брать питаю. Пирог из питая. Это самое лучшее. Так. А, кстати, у меня кофе. Кофе точно. Кстати, сколько кофе мы сможем сделать? Три кофе. Сможем сделать. Легко. Так, варим кофе. Так, готовим. Чуть-чуть отойдем. Вот приходится вот так вот теперь выпендриваться мне. Так, это сюда. Мясо. Что-нибудь еще. Интересно, так же должно тоже получиться. Так. Так. Побегаем по подземелью. По крайней мере, найдем, может быть, вход в руины. У меня есть светлячки. Есть кофе. Ну и, может быть, что-нибудь интересное найдем. Так. Так. Может, кстати, блин, нужно было попробовать хотя бы один. Пока жалко мне, блин. Может быть, два меда и два кофе тоже получится. Вот это кофе. Так. Так. Ну, еды более-менее нормально. Кофе есть. Так, из лишнего. Лопата не нужна. Молот, может быть, понадобится. Так, кирка. Кирка нужна золотая. С обычной там нефиг делать. Так, шлем у меня есть. Что выкинуть? Что еще можно выкинуть? Валда может понадобиться. Топор у меня обычно почему-то валяется, когда у меня есть вот такой. Есть кирка. Лопата. Лопаты, по-моему, там нечего копать. Ну, если что, сделаем. И на всякий случай шестеренки я возьму. Возьму на всякий случай еще парочку. Все, все приготовил я. Все взял. Здесь испортиться ничего не должно. Это давайте пополним рассудок. Погнали. Конечно, по-хорошему бы... А, блин, я все равно не смогу этим воспользоваться. Так, смотрите, у нас на болоте есть около свиней. Вот я лучше, наверное, здесь. Здесь будут вылетать мыши-лиски. Когда будут они выползать, их будут свиньи фигачить, мне кажется. Хотя свиньи прячутся. Не, вроде они дерутся. Я видел, что дерутся свиньи с мыши-лисками, поэтому есть вероятность, что они будут драться с ними. Хотя фиг его знает. Сейчас, кстати, вечером пошли. Не очень хорошая пора, они как раз вылезут.
Ну, ладно, я не боюсь. Рассудок. Рассудка у нас навалом, поэтому подземелье в пещере мы, я думаю, нормально сможем попрыгать. Так, зря я, наверное, сразу запрыгнул без шлема. Хотя вроде немножко светло в месте появления. В Together довольно-таки сильно, кстати, отличаются пещеры тем, что там много света, блин, почему-то в Together. Я видел, ребята играют. Там везде свет, там днем вот эти вот как вот, ну, видно, как дыры какие-то просвечивают. Там много света. В Царстве гигантов, блин, света мало. Не так много, как хотелось бы. Светлячки, кстати, тоже много я, наверное, взял. Можно было немножко оставить. Так как вот такие вот растения будут, которые тоже лучше ими заправлять. Потому что мы их набирать будем, а они будут довольно-таки сильно портиться очень быстро. Их можно, по-моему, кушать. Вроде здоровье там единичку пополняют. И из них можно делать фонарики классные, который для пещеры, кстати, лучше, чем наш фонарик, потому что в руке будем таскать, и его можно поставить. Ну, наподобие, вот как в Кораблекрушении, есть бутылочный фонарь, а здесь немножко другой. Фонарин также, принцип действия такой же. Блин, наконец-то, очень долго я ждал, думал, вообще игра зависла, очень долго я ждал, когда же, блин, загрузится эта долбанная пещера. Думал, все, я игру и выключить не могу, и, блин, ну, наверное, минуты три. Да, как и предполагал, здесь у нас свет. Ну, наша задача, из-за того, что мы сейчас будем мокнуть здесь без нашей шапки, кстати, можно было даже ее и оставить там. Будем... Хлебнем кофе, возьмем в руки вот это дело. И будем просто бегать, исследовать, смотреть, что у нас тут есть, где, что. Догнать нас никто не должен. Будем просто исследовать. Моя задача — найти руины. Вход в руины. Лезть я, наверное, не буду в нее. Кстати, вот есть предположение, что где-то здесь паучий биом. Нет, нифига. Где? Так, мышелиски. Похоже. А, это не паучий, наверное, а именно это. Назад вернулся. Назад, походу, вернулся. В пещерах очень много закуточков всяких. Это вам не вулкан. И есть еще ниже уровень. Как раз вот мне бы его найти, туда спуститься. Во-первых, там турицитовый верстак. Во-вторых, там есть механизмы, которые... Много механизмов, которые можно разбирать. О, смотрите, вот этих ребят можно кормить. Каменные ребята. Если их наверх с собой забрать, короче, их даже пчела, драконья пчела, или как она, драконья муха, не сможет убить. Но они за мной не успеют, конечно, с такой скоростью. Они очень медленные. Они, кстати, около входа, можно будет их наружу забрать. Но если они нападут на бифола, то они истребят их. Потому что, ну, бифола, когда дикие будут на них нападать, они их переместят просто. О, видите, что они делают? Короче, месяц всех подряд. Довольно-таки жесткие. Дело в том, что они, когда получают определенное количество урона, они начинают прятаться. Ну, сворачиваются в камень и бесполезно их долбить. Наша задача сейчас обыскать. Ну, это гуано. Ну, это какахи летучих этих мышелисок. Да, вот с кофе удобно. Кстати, в этом Герой 8 мод в нем есть такая вещь, как кольцо. Кольцо скорости. Опять же, трость можно сделать тоже. Но это стандартная трость, кольцо скорости. И, по-моему, что-то еще. Какая-то фиговина, которую можно выпить, вроде тоже скорость прибавляет. А, не, я одевал как раз мага свет и бегал с ним. Мага... О! Вот это кролики. Вот кролики сейчас меня, если спалят, то...
что они меня убьют. Могут убить. Потому что... Потому что у меня с собой мясо. Ну, мясной продукт. Ну, не, не, кролики нет. Тоже можно наружу их посадить к себе. Много кроликов. Давайте отметим, чтобы знать. Догнать часто они нас не догонят, нифига. Так, немножко здоровья теряем. Кстати, может грибочек действительно скушать? Слушайте, он минусует, по-моему, здоровье. Что-то я жру эти грибочки, может, жареные. Либо я что-то путаю. По-моему, синие, наверное. Блин, я что-то, наверное, напутал. Именно с этими грибами. Я знаю точно, что зеленый рассудок поднимают, если жареные съесть. Если съесть сырой, то вот опять эти ребята тут бегают. С собой их неплохо взять. Зря, зря я, блин, скушал. А, нужно каких-то лечилок. Лечилки. Давайте мы каменных ребят натравим на... Блин, далеко болото? Нет, я, по-моему, убежал. Когда бегаешь, то быстро. Так, а где пауки были? Видимо, далеко. А, вот. Вот пауки, мы аж тут. Далеко. Здоровье. Ну, шестеренками придется пополнять. Зря эти грибы красные жру. Нифига они не пополняют здоровье. Они минусуют. Пополняют, наверное, что-то другое. С грибами... Я грибы использую обычно зеленые. Всегда пользовался. Красные тупо в казан. Я всегда считал, что они бестолковые. Мне кажется, так и есть. Немножко путаюсь во всем этом деле я. Именно с грибами. Касаемо грибов. Так. Вот тут вот главное не прозевать вот этот момент с сказкой. В темноте будет трындец. Вот, кстати, можно вот эти шарики, по-моему, выкидывать, они тоже светятся, валяются. Так, здесь я все исследовал. Кофе, мне кажется, пока еще действует. Сейчас, по-видимому, день наверху. Поэтому кролики не вылазят. Они вылазят ночью. Их можно поселить со свиньями. Так, последний кофе. Так, и давайте глянем, куда я еще не бегал. Вот я не понял, здесь тупик или нет? Почему не отметилось? Болото. Много я еще где не бегал. В принципе, тут бегать и бегать. Почему здесь не отметилось? Да, тупик. Кроликов. Кроликов, если убить. Землетрясение. Землетрясение не очень хорошо. Так, папоротник. Потому что может по болоте заехать. И руины я пока не нашел. Ну, по крайней мере, часть пещеры я исследовал. Погнали дальше. Посмотрим, может быть, еще немножко исследуем. И, наверное, уже... Да можно будет побегать. Здоровье восполнить, в принципе, этими можно восполнить. По десяточке восполняют. Вот долбанные кролики. Могут на меня напасть. Могут на меня сейчас напасть. Он сейчас будет кричать: убийца, убийца, убийца. Если, конечно, он меня догонит. Так, и, блин. Обратно-то мне тоже убегать через кроликов. А, вот пауки, кстати, похоже. Похоже. Вот, 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 нашел, 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 нашел. Нашел. Вот воронка. Как раз. Кстати, можно залазить. Я туда сейчас, конечно, побаиваюсь, потому что... Черт, где... Вот, может, за нами еще ходит один вот этот товарищ, которого мы приманили. Поэтому можно его натравить на этих, на мышелистов. Пауки вылезли местные, пещерные. Так, где ты там, товарищ? Бей их, бей. Бей,
Убивай, ты же легко их можешь убить. Их просто много, много мышлистов здесь. Не хочу я, блин, с ними сейчас это. Так, а он все уходит. Так, приманили. Убивай их. Черт, кролик. Кролик за нами, по-моему. Да? Да, кролик за нами. А, кролик бегает за нами. Хорошо так меня дамажит. Я еще намокший. А, не, кролик на этих нападает. Так, убей кролика. Убей кролика, мы его сейчас съедим. Черт, паук, 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 паук. Вот этот паук, кстати, прячется. Так, убей паука. Убей паука, блин. Во, убей его. А, давайте, наверное, послушаемся. В принципе, у нас есть такая возможность, чтобы нас перестало дамажить. О, лечилка отлично. А, рассудок. Немножко приведем в порядок. Так, это тоже можно пожарить. Немножко, по-моему, здоровья прибавил или убавил. Я... подождите, вот такие грибы. Да, синие грибы здоровье пополняют и убирают немножко рассудок. Сырые. Все, я напутал нафиг. Так. Товарищ, где ты там? Давайте его натравим на пауков. Там много пауков. Жалко один. Там много пауков на этом проходе. Черт, вон они бегут. Давай, 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 давай. Стой, стой, стой. Они прыгают, нет? Они стреляются, по-моему. Я не помню, что они делают, но что-то они делают. И самое фиговое, что они прячутся в свои вот эти вот коконы. А вон плюющиеся еще вылезли. Да, вот эти вот плюются. А вот эти прячутся, когда по ним большой дамаг проходит. Вот он по мне один плюет. И нашего долбит конкретно. Долбит его конкретно, блин. И этот плюется по мне, сволочь такая. Так. Здоровья маловато. А, кстати. Да, немножко здоровья восполняет. Немножко здоровья восполняет. Ну, по единичке всего лишь. По единичке. Убить они его не убьют, это нереально вообще. Каменного не должна они его убить. Давайте морковку съедим, здоровье тоже немножко пополним. Поможем, попробуем, нет? Вот он прячется, дамаг маленький ему наносится. Не вижу. Не вижу. А, вот. Все. Вылезли. Полечимся. Все. Здесь нету пауков. Ломаем чертям вот эту вот. Стой, 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 стой. Плюется, блин. Паутинка. Ломаем, ломаем, блин, проход этот, чтобы потом они нам не мешали. Ломаем вот это дело.
Конечно, все это мне нафиг не нужно. Ну ладно. Ну на, камень. Отнял камень. Он ругается. Опа-на, опа-на. Теневые монстры. Вот этого я, короче... Видно, расщелина какая-то там рядом есть. Либо еще что-то. Фиг поймешь. Что там? Давайте все-таки съедим себе. Так, и на костер-то у меня есть? Нет, у меня на костер, поэтому будем сделаем вот так. 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 Ну, давай. Топливо ужаса можно набрать, у меня его тут нету. В этом мире. Пригодится. Кстати, залезем, когда в подземелье туда. У нас этого топлива ужаса будет. Ну, просто как грязи. У нас его будет как грязи. Вот еще. Так, убивай. Давай, товарищ, убивай их. Так. Ой, сколько их вылезло, а? Так, где у меня трость? Так, каска. Каска наполовину уже. Теды каски. Бей, бей, бей их, бей. Давай, давай, помогай мне. Слишком много пауков тут, блин, это. Залазить будет неудобно. Ой, так жалко, блин, тратить именно вот этот. Так, всех ты там убил, нет? Черт. Мышеловка-то откуда-то вылезла, я не пойму. Черт, плюющий, плюющий, блин. Черт, да гады такие, а. Ай-я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 й. Убегаем, убегаем, убегаем. А, сволочь, ай. А, сволочь. Вот больше всего они меня напрягают. Они плюются. Я вот не понял, там кто там машет граблями? А, это наш. Это наш. Смотрите, дамаг они мне какой, блин, нанесли опять. Здоровье вообще к черту. Да, можно, конечно, делать мази. Есть они. Черт, да их тут тьма просто. Интересно, тут вот остались, нет? Нет, не осталось. Давайте снесем как раз вот это место. Ну и смываемся отсюда, ё-моё! Смываемся, смываемся, все, 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 все. Нашли мы вход, главное, в руины. А, кстати, в каждой пещере есть такой вход. Сейчас я туда не полезу, нет, там мне тупо, блин, это как... Меня там тупо убьют. Туда не... нужно подготовиться, нужно взять, я не знаю... Это у меня уже сломалось, можно сказать. Сабля моя. Поэтому нужно взять шипы с полным хп. Причем нужно наделать лечилок. Конечно, мы там можем шестеренок достать, но тоже не факт. Так, давайте я все-таки съем на всякий случай, хоть немножко здоровья пополню. Шестеренку не буду тратить, жалко. Туда нужно... Да ладно. Поросячий магазин и тут есть. Офигеть. Либо он просто, может, спроектировался. Дело в том, что у нас стоп, где у нас? Вот выход. И поросячий магазин у нас так и находится наверху тоже.
Он может проектируется так же, как и на поверхности, и тут также находится. Прикольно, конечно. Кстати, питаю вообще продают, нет? А че это он? Не понял. Я не понимаю, что он говорит, но все перестал работать. Может, из-за этого у меня пещера долго создавались. Все, не, пошли наверх, в руины лезть нужно уже подготовленным. Кстати, сделаем еще себе вот таких вот штуковин. Ну, сделаем себе фонарики. Блин, где выход-то? Руины, главное, я нашел в этой пещере. И это офигенно. Полнолуние, кстати, на поверхности. А, нет, грибы тут всегда растут. Я почему-то... Почему-то я не... Блин, я около него кручусь. Вот же скелет, вот же выход. Давайте выходим. Нашел руины. Ну, подготовлюсь. Полезу в эти руины. Там много шестеренок. Там можно делать классные вещи из обсидиана. Блин, и там есть мини-босс. Ну, короче, неплохой босс, из которого можно добыть классную штуковину. Посмотрим. Да, ну поверхность полнолуния, да. Ва-ва-ва, не, бежим. Со свиньями сейчас не хочу я бороться. Кстати, из этого можно, по-моему, сделать какую-то... А, мы мокрые. Мы еще намокали. Здоровье тратилось из-за того, что намокали. Периодически у нас дамаг шел. Погода на поверхности хорошая. Из этого, ну, крыльев, по-моему, штук 5 нужно. Я не понял, там друг друга жрут. Слушайте, они ловушки мои жрут. Мне это не нравится. Они сожрали мои ловушки. Прикиньте, что делают, а? Черт. Да блин, да что за фигня? Как? Они сожрали мои ловушки. Представляете? Они жрут ловушки. Как так-то, блин? Верните. Я надеюсь, вернут. Да, вернули. Они жрали цветы. Они друг друга еще жрали? Да что тут происходит? Я ставил, они жрут ловушки. Офигеть. Какой-то бредятина какая-то. Да блин, да ну как? Собаки еще бегут как раз в то время, когда мне не нужно. Так, здоровье пополняем. Так. Ловушки собираем. А эти луковицы нафиг. Пошли они в баню. Не буду я их ставить от них. Они ловушки сожрали мои. Я их устанавливал, а они, блин, все собрали. И друг другу, по-моему, пожрали. Потому что... Какой-то бред происходил. Так. Одеваем броню. И опять... Уже какой раз они бегут. Опять такие... Зимние почему-то так и бегают. У меня вообще настанет какое-нибудь другое время года или нет? Чего-то мало их как-то... Давай, беги сюда. Сейчас сдохнешь сам. На ловушке наступай. Давай уже, все, хватит. Так. Так, а где другие? Неужели сбилось время года, и у меня оно так одно и то же будет? По-моему, прошло уже прилично так дней. Ну, зашел я сюда, 313-й день был, уже 17 дней прошло. Хотя 17 дней, есть вероятность как раз, что сейчас дня через 3 новый сезон начнется. А где босс? Где этот утка-лось? Он же должен прийти ко мне в гости? Или не обязательно? Странно. Я видно, чего-то не понимаю. Так. И кусты начали сохнуть почему-то, хотя... Хотя до этого они не сохли.
Блин. Так, кстати, из чего там делается светильник? Вот такой вот. Две веревки. Две веревки я не могу сделать. Нет? Нет, не могу. Не могу я сделать две веревки сейчас. Нет у меня материалов на них. Так, давайте вот это выкинем, а вот это выкинем. Можно сделать мышиную биту, но опять же на мышиную... А, мясо я, наверное, собрал, новое не повесил. Можно сделать мышиную биту, но там, по-моему, 5 крыльев нужно, вот этих мыши-лисков. Посмотрите, кофе какой-то собираю. Может, глюк какой-то опять с кофем здесь происходит. Непонятный причем глюк. Топливо ужас одно. Давайте положим. Так, это сюда. Это сюда. Не-не-не, кувалду верните. Где? Где кувалда? Блин. Я не вижу почему-то. А вот он. Вот так. Короче, мне нужно достать нормальное оружие. Наверное, нужно свиней запрячь и с ними пойти на болото. Потому что по-другому я не знаю. Так, не, положи обратно. Положи обратно. Так, не забудь, нужно удобрять наши кустики. Дудошки. Слушайте, а где опять дудошка? Неужели опять... Слушайте, с кустами что-то происходит. А, подождите, я их тогда не удобрял, они были нормальные. Теперь я их удобряю, они ненормальные. Так, ну, я хочу стырить меда. Небольшой урон я получил, а не страшно. Не хочу я делать эту шапку, на нее много паутин нужно. Есть шапка какая-то там, пасечник. Вроде как с пчелами. Урон меньше. Ну, это не такой большой урон. Мед, мед это хорошо. Мед он не портится. Так, давайте глянем, что у нас с дудошками там происходит. Слушайте, ну нет опять дудошки. А, подождите, раз, два, три. Три дудошки и гнездо. У меня сколько было, я уже не помню. Короче, как-то они выбираются. Либо выше нужно делать. Они вот по краям делают, видно, свое это. Если в краю там кто-то стоит, видимо, блин, пропадает. Наверное, так. Я не знаю. Короче, куда-то они пропадают. Либо сделать еще больше загон. Короче, какая-то фигня здесь происходит. Непонятная, нездоровая. Ну, разбираться мы во всем этом сумасшествии будем уже в следующей серии. Наверное, наймем свиней. Мяса у нас, в принципе, по-моему, полно. Да, он сушеный у нас даже полно. Можем сушеный им дать. Полно мяса, поэтому мы наймем свиней. С ними что-нибудь порубим деревья. Пойдем на болото еще. Ну, и будем убивать. Так, это сюда нельзя. Плохо, что нельзя. Ну, давай так. Ну, мясо мусор надо было закинуть. Ладно, все. На этом серию заканчиваем. И увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.